русский чат, он же до сих пор существует. Я еще там есть пока, пока мне еще не скинули. Там же получается кто? Кузя, Оли, ты? Да. Ну, Самсон вышел, судя по всему. Протас и Алексеев. Смотри, вот Овечкин для всех такой, знаешь, какой-то небожитель, который там вообще из другой галактики. Но мы все люди. И все любим поугарать, поприкалываться. Поэтому вспомни какой-нибудь прикольный ММАС или ссылку на видос, который закидывал Ови в чат и такой: «А, пацаны, смотрите, вот это вообще угар там». Да, постоянно в Инстаграме тоже что-то друг друга скидываю. В основном все с алкоголем связано. Ну, на самом деле, просто какие-то там смешные танцы, либо там кто-то смешно упал. Кузя там любит скидывать женщину одну смешную, говорит постоянно какие-то смешные вещи. Я постоянно злюсь, когда мне это скидывают, а он кайфует. Что я злюсь, хочет докопаться до меня постоянно. Переходи на мой канал и смотри полное видео, либо по ссылке в закрепленном комментарии.